Здравствуйте, большой приветик всем всем и хорошего месяца. Сегодня первое число, 1 июля, 2019 год. Я начинаю показ клейстока кактуса. Так, чуть-чуть покажу его. В принципе, он уже отцвел. И я вставлю видео, я снимала несколько дней назад. Но тут у него были все полны цветочками. Видите, отцвели. Ставлю, покажу и продолжу показывать еще другие. Что мы видим, что мы видим? Приветик всем! Клейстококактус. Мой клейстококактус. Один из моих любимых и самых старых кактусов. Старушка она у меня. Вот она цветет, зацвела сегодня. Сегодня 27 июня. Много чего зацвело, много снимаю, но не получится показать все в один день. Так, сейчас я пока покажу вот это вот его цветочки. Они не крупненькие, такие вот. Видите? Сейчас я постараюсь показать его серединку. Вот они, там уже мураши вон. Ах, эти мураши. Вот такая вот серединка. Цвет, как сказать, передать правильный цвет. Они не красные, не розовые. Скажем, такой вот светло-арбузовый цвет. Не знаю. Вот это вот все новые побеги, видите, которые вот эти вот ярко-зеленые такой с желтизной. Это все новые побеги. Так, вот тут еще цветочки, вот, вот, цветочек пока мало, есть кое-что, бутончики еще, но надеюсь, он силы еще наберет. Так, вот это на сегодня, а потом я расскажу побольше о нем. Так, мой хороший, вот такой он красавец. Вот показываю для тех, так, какой-то общий план, скажем, сада с одной стороны. Но я показываю то, что ну как-то еще на вид красиво. У нас еще стройка, стройматериалы везде. И мне не нравится показывать что-то некрасивое. Это моя гордость, это дерево. Очень-очень жарко. На обед сейчас. Ужасная жара. Так, что вам показать? У меня всегда есть что показать. Так, ну вот, кактусики мои. Давайте пройдемся, так чуть-чуть вам покажу. Мои крупненькие. Такие вот. Тут у меня дерево айва, видите? Созревает. Вот вы хотели посмотреть задние. Конечно, я сделаю отдельное видео, обязательно покажу вам крупненькие. Как раз таки я так сделаю, когда буду чистить эту полочку. Буду убирать, чтобы чистить. И вот как раз таки я смогу их вытащить и собрать в одном месте эти крупняги и показать вам. Так, вы спрашивали про вот этого, который в шляпке был. Так, сейчас он вот тут. Шляпка уже перешла на другое место. Так, шляпка была на вот этом кактусике, вот тут. Так, вот. Она просто, я ее просто вот сюда вот так вот поставила. Это шляпочка такая для красоты. Ее так продавали с кактусиком. И я периодически меняю с кактуса на кактус эту шляпку. Все, больше ничего такого в этом нету. Я ненадолго одеваю каждому кактусу. Но знаете... Даже если забуду надолго на каком-то кактусе, ну, скажем, вот так вот, да, ничего не происходит с кактусом. Ничего. Абсолютно ничего. Может, если совсем долго и в период, когда растет, когда развивается кактус, может, вот тут вот, скажем, верхушка так, ну, без света, такая вот светлая, как сказать, свет не попадает, и она такая становится... Светленькая-светленькая. Только шляпку уберешь, она опять восстанавливается цвет, и все нормально.
А вообще я стараюсь шляпки одевать на такие, как вот этот вот. Видите, у него подмерзла верхушка зимой. Фокусирует. Я не вижу, честно, что снимаю. Вокруг везде солнце. И у вот этого, и у другого подмерзла верхушка. Но этот дает детишку. Этот пока ничего не дает. Некрасивый верх. Раз, шляпку вот так вот, и все. Да и прикольно. Вот. Так что вот так. Что вам показать? Вот цветет. Но то кактус, один цветок закрылся, другой открывается и не может полностью открыться. Совсем не такое цветение, как должно. Есть у меня видео в плейлисте про этот кактус сейчас. Конечно, наверное, не отдельное видео про него. Может, вместе с другими. Не знаю, если найду фотографию, я вставлю. Или дам ссылку на то видео, чтобы вы посмотрели, если вас интересует, какой был у него цветок, какой должен быть. Ну, спасибо и за это, мой хороший, спасибо. Я его пересадила. Он долго рос в одном горшочке. Пересадила, чтобы ему было лучше. Ну, что-то не знаю. Вроде хорошо. Вроде хорошо. Так, что у нас тут еще? Что еще вы меня спрашиваете? Я не помню, я не знаю. Я не запоминаю и не всегда все записываю. Надо записывать. Так, цветет опять. Вот опять цветет. Мой хороший, мой гимнокалицум, я вам говорила уже не раз. Но он такой хороший, такой благодарный, постоянно цветет. Вот видите, опять он передохнул чуть-чуть, недельку примерно, может чуть больше. И вот опять набухли бутоны, опять зацвел. Посмотрите, ну, красавица, мой красавица. Нежный, простой цветочек, но очень-очень люблю. И вот это даже открылся, который жалуюсь, что не открывается, тоже цветочек, тоже вот раскрылся. Не знаю, если видно солнце такое сильное с той стороны. Посмотрите, какие у него мощные колючки. Так, вот тут собирается, вот семейка. Видите, тут цвел, это отсохший цветонос. Внизу уже семенная коробочка созревает. А вот у другой вот собирается цветок раскрыться. Скоро-скоро. Скоро-скоро. Что у нас еще? Что у нас еще? Есть вот такое. Вот. Видите, сколько бутонов? Это мой красненький лубивия. Красавица. Посмотрим, как она зацветет, сколько цветов будет вместе. Может, я и сделаю отдельное видео только про нее. Так, что еще? Что еще? Вы, конечно, продолжайте задавать мне вопросы. На что знаю, я вам обязательно отвечу. Обязательно. Видео, как я вам обещала, про эхеверии будет. Просто у нас очень жарко, и были в эти дни очень сильные ветра. Сейчас пока нету ветра. Такие сильные ветра, что я не знаю, как снимать видео. Потому что шумит потом и в камере, и мне это не нравится. А сейчас сильно жарко. Сильно жарко, вышло чуть-чуть поснимать. Но обязательно в эти дни, сегодня-завтра, в общем, я как-нибудь сделаю и сниму видео про эхеверии. Вот так вот, вот такие у нас дела. Что еще? Тут у нас всего много, но я не замечаю. Вот собирается цвести. Долго, у меня много лет тут стоял. Я его когда-то с какой-то выставки привезла, уже, наверное, 2 года, если не больше. И он тут сам по себе бедный рос. И вот не ухаживала, ничего, так поливала изредка. А вот в этом году он решил зацвести. Посмотрим, какой будет цветок. Так. Ну, все, наверное. Все, наверное. Как начала, так и кончу вот таким вот общим планом. Очень-очень жарко. Под 40. Терпение всем, у кого жара,
Отдыхайте, радуйтесь летом, отпуске, кто в отпуске, кто отдыхает. Я не отдыхаю, но я не работаю, так что я не уставший человек. И все хорошо. Ну давайте, я прощаюсь с вами. До свидания.